Этот воскресный вечер жители второго советского переулка запомнят на всю жизнь. Пугающий хлопок раздался около 6 часов вечера, а уже в 18:20 сообщение о крушении самолета пришло на пульт МЧС. На место незамедлительно выехали спасательные бригады. К месту были направлены силы Иркутского гарнизона. Был объявлен повышенный номер вызова и сбор личного состава Иркутского гарнизона. По прибытию подразделений горел дом двухквартирный на площади 100 квадратов. Были поданы стволы на защиту соседних помещений и на тушение. Известно, что жертв среди местных жителей нет, а вот два пилота погибли. По факту крушения Су-30 Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Председатель Следственного комитета направил на место происшествия следователей, криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании. На место экстренно отправился губернатор Игорь Кобзев. Он встретился с местными жителями, чья частная собственность пострадала в результате трагедии. Правительство региона уже решило вопрос о выплатах им компенсаций. Я встретился со всеми пострадавшими. 5 человек, 2 семьи, дом 100 квадратных метров. Мы обговорили все вопросы, которые необходимы для проживания, ну и для организации работы наших жителей. Мы все точечные моменты по восстановлению учетных документов разобрали. Уверен, что в течение 7 дней эти вопросы будут на постоянном контроле как со стороны администрации, со стороны полиции, со стороны области. Мы решили, что по областному закону у нас в случае нанесение ущерба полностью или там частично 100 тысяч рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги 2 семьи получат. Электро- и водоснабжение удалось восстановить спустя несколько часов. На месте крушения ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В свою очередь городские власти развернули пункты временного размещения для тех, кому требуется помощь. Мы работаем с гражданами, всего 5 человек, которые, слава богу, не пострадали. Они в добром здравии все находятся. Соответственно, мы сегодня работаем над тем, чтобы они спокойно переночевали. Завтра будем решать основные проблемы по размещению, по ребятишкам, которые обучаются. Ну, те вопросы, которые возникнут у граждан, потому что есть проблемы с документами, часть утрачена, ну и так далее. То есть это то, что обычно возникает при чрезвычайной ситуации. Переговорил с жителями, успокоили на сегодняшний день угрозы рисков для людей, которые проживают в непосредственной близости, не наблюдается. А сегодня Игорь Кобзев отправился к родственникам погибших пилотов и принес им свои соболезнования. Что случилось в кабине истребителя на высоте, выяснит специальная комиссия. Кроме того, проверку организовала и областная прокуратура. Органами прокуратуры Иркутской области организована проверка по факту падения самолета в вечернее время 23 октября в Ленинском округе города Иркутска. На месте происшествия осуществляется координация деятельности экстренных служб и правоохранительных органов. Истребитель Су-30 вылетел из аэропорта Иркутского авиазавода. Самолет выполнял испытания без боекомплекта. Работы по разбору завалов продолжаются. Мадина Халикова, Александр Гаврилов, Максим Романов и Артур Рощупкин. Новости сейчас.